Драгоценные, я хочу вместе с вами открыть Евангелие от Матфея, 19 главу, и вместе с вами прочесть две знаменитые истории из жизни нашего Господа Иисуса Христа. В 19 главе говорится о том, как к Иисусу подошел богатый юноша с вопросом, что ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную. На что Иисус ему сказал: ну, продай, что у тебя есть, да? Раздай нищим и следуй за мной. Юноша богатый отошел с печалью, потому что у него было весьма большое имение. Он был богатым. И вот после всего этого 27 стих говорит: «Тогда Петр, отвечая, сказал Иисусу, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Вот в нашей человеческой природе как-то вот заложено соревноваться друг с другом. Как-то вот если я это сделаю, а что мне будет? А какая мне будет награда, да? Особенно, конечно, это среди мужчин, да, вот мерится всем, да, чей папа сильнее, у кого велосипед лучше, кто бегает быстрее. Мы всегда как бы хотим вот что-то друг другу доказать, в чем-то друг друга обогнать. Вот такой соревновательность заложена. И вот мы приходим в церковь. Интересно, мышление во многом у нас остается старое. И мы, конечно, понимаем, важно не материальное сокровище, а духовное сокровище. Но подход у нас остается старым. А кто более духовный? А кто более благословенный? А кто больше и лучше для Господа служит, и Бог ему, соответственно, больше воздает? И вообще, вот если я буду служить, если я буду не просто в церковь ходить, а, ну, например, буду в прославлении, ведь это же труд, они приходят раньше всех, уходят, как правило, позже всех, занимаются, поют, да? И это нужно делать регулярно, да? Если я буду петь в прославлении, а не просто на собрании, что мне будет за это? Вот как Бог отметит вот такую жертву? Или если я буду в службе порядка, и опять буду приходить раньше, и все только слушают проповедь, а я слежу, чтобы в Доме Божьем был порядок, если я буду в этом служении, что мне будет? Или если я буду у нас там заниматься социальной работой, ездить либо по детским домам, либо кормить нуждающихся, что мне будет, если я, в отличие от многих христиан, там по субботам буду не дома, а где-то буду в служении, где-то буду в поездках, буду кормить бомжей. Что мне будет? Что же мне будет? Вопрос. Естественно, поскольку апостолы были мужчины, то у мужчин это наиболее важный вопрос. Мы же ведь очень рациональны. Просто так, какой смысл делать-то, да? Что же будет-то? Вот. И вот 28 стих. Иисус сказал: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покибытии», в современном переводе это «в новом веке», то есть «в грядущей жизни», можно так еще называть, «в грядущем бытие», да? «Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную». Вот вы знаете, вот многие проповедники любят вот этот 29 стих, да, и говорят: вот если ты будешь служить, Бог тебе воздаст 100 крат, ты там потратишь там какое-то количество сил или финансов, потом во 100 крат у тебя будет и сил, и финансов, отдашь Богу землю, там пожертвуешь квартиру, 100 квартир получишь, вот. Очень интересно, что когда вот мы с таким подходом это пытаемся истолковать, то почему-то
невольно возникает ощущение, что мы пытаемся духовные вещи мерить нашим плотским умом. Неужели же Иисус имел в виду, там, пожертвуешь, потом тебе в 100 раз будешь, богач будешь из богачей? Когда мы читаем, о чем Иисус говорит, то вот если быть честным, ну, неужели Иисус имеет в виду, что потом ты получишь там 100 жен себе, 100 сестер, такой просто мусульманский рай, да, вот такой там жены, девственницы, да, вот, ну, я очень люблю детей, но вместо моих 4, например, получить 400, не знаю, хотел ли бы я, не знаю, хотел ли бы я. Слава Богу, конечно, за детей, но все хорошо как-то в меру. Вот. И поэтому, когда ты начинаешь вот это пытаться разбирать, зачем мне 100 матерей, например, да, ну, зачем, вот, то невольно приходишь, что здесь, вот если вчитываться, то видно, Иисус имел в виду, когда Он говорил, что вы получите 100 крат, не в плане количественном, как мы любим нашим плотским умом это все соизмерять. Он говорил о том, что мы сможем что-то приобрести иное, качественно иное. Поэтому он и добавляет к жизни вечной. То есть это что-то связанное с вечностью. Это нечто качественно большее. Да? И вот 30 стих, последний стих этой главы звучит так. Это Иисус продолжает свою речь. «Многие же будут первые последними, и последние первыми». Я долгое время, когда читал этот стих, ну, невольно думал, ну, наверное, значит, мы поменяемся местами. Тот, кто был в конце, станет в начале, а тот, кто был в начале, станет в конце. И невольно ощущение, словно Иисус как бы утешает отстающих. Вот у тебя тут ничего не получается, ты такой недотёпа, ничего, в вечной жизни ты там возьмешь свое. И ты как бы утешаешься, может быть, тут у меня ничего не выходит, но там-то я достигну. И как-то раз я читал одно из апокрифов, Евангелие апокрифов, и там этот стих звучит так, я вот вам прочитаю. Меня это, помню, удивило. «Ибо много первых будут последними и станут одним». Я, конечно, понимаю, что кто-то скажет: «Пастор, ну как ты можешь ставить апокриф на один уровень с каноническим Евангелием?» Я вам скажу, конечно, мы ни в коей мере не ставим апокрифические Евангелия на один уровень с каноническими Евангелиями. Но иногда стоит прислушиваться, соответствует ли это истине, которые нам открываются уже и в Евангелиях. И когда вот я помню, прочитал это, да, и последние будут первыми, и станут все одни, то я вдруг понял, смысл этой фразы другой. Не то, что мы поменяемся местами, а то, что вот эти различия, первый, последний, они вдруг потеряют свою значимость, и мы начнем ощущать единство. И что интересно, именно эта мысль как раз и соответствует той притче, которую Иисус сказал дальше. Но она записана в 20 главе, но я вам напоминаю, что разделение на главы текста Евангелия возникло позже. Поэтому на самом деле это просто идет дальше. И вот посмотрите, 20 глава Евангелия от Матфея, первый стих. Вот Иисус сказал: «Многие же будут первые последние, и последние первыми». И вот держите мысль, что это не просто мы поменяемся местами, а соединимся, и станут все одно. Первый стих. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около 3-го часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около 6-го и 9-го часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11-го часа, он нашел других, стоящих праздно,
и говорил им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорили ему, никто нас не нанял. Он говорит, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. И вот здесь картина, когда владелец, хозяин виноградника нанимает работников, так называемых поденщиков. Да? Поденщики – это наемные работники, которые даешь труд на день и в конце оплачиваешь труд. То есть они получают не как мы сегодня там, в конце месяца, там, а каждый день получают свою плату. И в то время для поденщика один динарий – это была стандартная плата, рабочая плата за день. Но, правда, работали они не как сейчас, там, не 8 часов, не 6 часов, не 10 часов. Работа была 12 часов, то есть с 6 утра и до 6 вечера, когда считалось, день заканчивается в 6 вечера. Вот. И вот хозяин виноградника пришел и увидел, в 6 утра стоят люди, он их нанял работать в виноградник. Потом написано, спустя 3 часа, то есть это 9 утра уже, да? Пришел, смотрит, там еще стоят люди. Он их тоже нанял. Через 6 часов, то есть в 12 часов дня, он опять увидел людей и их нанял. Потом уже в 3 часа дня, да, он тоже увидел людей, которые стояли праздно, и их нанял. И последний раз он пришел уже в 5 вечера, когда до конца рабочего дня остался 1 час. И увидел, все равно стоят люди. Почему вы стоите? Да никто нас не нанял. Не нашлось работы. Ну хорошо, идите и вы. И нанял также их. И вот дальше мы читаем эту историю. Когда же наступил вечер, 8 стих, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали 1 час, ты сравнял их с нами, перенесшими тяготы дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? И вот 16 стих. Так будут последние первыми и первые последними. Интересно, что вот здесь стоит точка во многих древних рукописях. У нас еще написано здесь, ибо много званых, мало избранных, но в большинстве древних рукописей на этом вот это все заканчивается предложение, будут первыми последние, и последние первыми и первые последними. И вы знаете, таким образом вот эта притча, она словно вот оказывается между вот этими двумя фразами, да? Последний стих 19 главы, многие же будут первые последними и последние первыми, и 16 стих уже 20 главы, так будут последние первыми и первые последними, ибо много первых будут последними, и они станут одним. И вот вы знаете, когда читаешь эту притчу, я помню, когда я впервые читал Евангелие, было несколько мест, которые вызывали у меня недоумение. Вот это было одно из таких мест. Почему? Да очень просто. Потому что как-то нарушена справедливость. А мы очень ратуем за справедливость. Мы понимаем, все должно быть справедливо. Если, например, я отработал целый день за динарий, то отработавший 1 час должен получить 1/12 динария. Или если вы за 1 час платите 1 динарий, то мне, отработавшему 12 часов, нужно, естественно, платить уже 12 динариев. Вот так будет справедливо. Вот. А тут как будто вот все перепутано, да? И более того, оно как будто специально так все несправедливо сделано. Ведь господин же мог сказать своему управителю, сначала рассчитайся с первыми, которые получат свой динарий и уйдут,
А потом, да и последним, тоже по динарию. Вот. У первых не будет вопросов, потому что они об этом не узнают. Нет. Хозяин виноградника, наоборот, сначала рассчитался с последними, чтобы первые увидели, как будто вот он не просто несправедливо поступил, а еще так демонстративно несправедливо. Ну и, естественно, начались негодования. Это как так? Да как вообще можно так рассчитываться? Да что, математику, что ли, не знает? Что ему вообще плевать? Он всех тут уравнивает. Ну вообще, как такое может быть? И господин говорит, подождите, подождите, ну, я вас же не обманул, мы договаривались с вами, вот день работы, динарий, вы получили динарий, я вам не полдинария дал, я вам не сказал, завтра придите, получите зарплату. Все, что обещал, я сделал. То есть, по сути, ведь он с ними поступил справедливо, но почему же негодование-то возникло? А потому что вроде бы со мной поступили справедливо, но я смотрю, как у других, и уже тут же, мне кажется, все неправильно, все несправедливо, и я всем недоволен. Вы знаете, я некоторое время назад увидел один небольшой ролик, где показан был эксперимент с обезьянами. Там такие обезьяны, называются капуцины. Вот эти капуцины сидят в клетке, две обезьяны. И экспериментаторы, исследователи дают им небольшие задания, этим обезьянкам, и в итоге расплачиваются. Как бы он делает какое-то, обезьяна делает простое задание, и они расплачиваются. И вот первая обезьянка делает задание, и с ней расплачивается огурцом. Обезьянка берет этот огурец и радостно кушает. Вторая обезьянка, ей дают точно такое же задание. Она тоже его исполняет. Но ей в награду дают что-то намного более вкусное для обезьян – виноград. И вот посмотрите, что там происходит. Вот небольшой ролик. Видите, первая обезьяна получает огурец. Вторая обезьяна выполнила это небольшое задание. Сделала, что нужно. И ей дают за это виноград. Первая обезьяна в негодовании. Она опять выполняет задание, ждет виноград. Но снова получает огурец. Что? До этого она нормально съела огурец. Тут она, видите, вторая опять получает виноград за небольшое задание. Первая снова дают задание. Давай сделаем. Она его выполняет и снова получает огурец. Смотрите, вначале у первой обезьянки ей дали, когда огурец, ну нормально, выполнил задание, получила огурец, радостно съела. Но когда она увидала, что второй за то же самое виноград, вот тут сами ешьте свой огурец уже, да? Все нарушено. И, как говорил наш классик, над кем смеетесь? Над собой смеетесь. Когда смотришь на это, то невольно видишь самого себя, да? Что вот, как же так, как же так? Я думаю, если поговорить с каждым из нас, то каждый в жизни немало расскажет случаев, как его несправедливо обошли, там, как с ним поступили несправедливо. И вот хочется как-то вот этот, как тот маленький капуцин схватиться и сказать, что же за жизнь такая, да? Вот. И интересно, что вот мы такие вот, жизнь полна несправедливости, все не так. Мы приходим в церковь, и думаем, ну тут все должно быть правильно, по справедливости. Приходим, вот тут наконец-то вот все, что надо, мы получим. И мы читаем Евангелие, мы читаем притчу, и у нас опять недоумение, думаем, Господи, так ты тоже, получается, так себя ведешь, как-то не по справедливости, да? И вот дальше, обратите внимание, 17 стих. «И восходя в Иерусалим, Иисус
дорогой отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Она говорит ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но вот сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Наверное, каждый из них сам хотел там сидеть. Вот как, тут уже по блату кто-то пытается занять портфели все и кресла. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И вот вы знаете, и тут нам Господь словно раскрывает, что же можем мы получить. И Он словно нам показывает, да, вот духовная жизнь. Это не то, что вот раньше вы там своими силами бегали, и кто-то был первым, кто-то был последним, да. Но тут вы с помощью Бога побежите. И как бы те же самые соревнования, как и в мире, но только духовные они, с Божьей помощью. Как бы кто смиренней, тот и первый. Иисус показывает: нет, здесь не количественное изменение какое-то будет, а реально качественное изменение. То есть будет изменение ваших взглядов, изменение вашего мышления. И в общем это будет изменение всего направления вашей жизни. Почему? Да потому что Бог нам в Новом Завете показывает образ церкви как тела. И я абсолютно убежден, это не просто красивый образ, но это настоящая духовная реальность. Мы являемся телом Христа. Если вы посмотрите на тело, какие могут быть в теле конкуренции? Что в теле может друг с другом конкурировать? Например, ты вот с утра решил совершить пробежку, и вот пробежался. Естественно, во время пробежки, ну, все тело работает. Но больше всего что работают? Ноги, конечно же, ноги. И ты пришел домой и говоришь: ну, поскольку в основном поработали ноги, то ноги я буду кормить, а уже все остальное, ну, уже вот, уже в соответствии. Нет, нет, ты кушаешь, и что интересно, потрудились ноги, а первым вкушает пищу что? Рот. Он-то вообще каким боком к бегу? Ну, конечно, если, может, ты упал, там и рот задействован, да? Но если все было нормально, рот-то тут при чем? Ну, ладно, еще руки как-то там, да? Ладно, еще там поясница. А ты же не бежал. Он-то как поработал? Ну, и он тоже хочет питаться, да? И он тоже точно так же. И... интересно, что вот пытаться вот как бы выделиться в духовной жизни, вот если мы сравним это с телом, это карикатуры какие-то
получается. Я думаю, многие из вас видели, у нас есть в медийном пространстве нашей страны всякие такие персонажи, ну, скажем так, необычные, которые там на разных передачах, на разных телешоу. Вот я как-то увидел одного молодого человека, которого зовут Кирилл. И у него такое прозвище, вот я даже хочу фотографию показать, Кирилл Руки-Базуки. Вот, Руки-Базуки, вот он называет. То есть это такой парень, он, ну, он не просто качается, а он там качается и что-то еще вкалывает. Ну и как-то, наверное, с детства хотелось парню, чтобы, ну, накачанный был он очень такой, да? И он там что-то себе там навпрыскивал, и вот он стоит и смотришь, какие просто безразмерные ручища, и вот все остальное такое, такое, ну, видно, что не самое накачанное тело. Производит это впечатление на вас, а? Это воспринимается как? Уродство. Уродство воспринимается, когда такие какие-то мега-огромные ручища, а все остальное не такое. Уродство. Или есть в медицине тоже такая болезнь, которая называется акромегалин. Акромегалия, например, ей болен тоже известный в прошлом спортсмен, боксер Николай Валуев. То есть это избыточное производство гормонов роста. То есть когда уже физиологически тело расти перестает, а из-за опухоли гипофиза гормоны роста кое-где растут. И у человека начинают какие-то такие, ну, вот эти надбровные дуги непропорциональные, какие-то части тела. То есть у него происходит развитие, но развитие патологическое, неправильное, непропорциональное, когда каких-то рост костей происходит, какие-то хрящи растут, какие-то там в легких там тоже обмен веществ нарушается. Вот в итоге вот смотришь тот же Валуев, да, ну, великан, гигант, но плата вот за все за это, он каждый месяц должен проходить специальную терапию, потому что с такой болезнью долго не живут. И он вообще считается для такой болезни долгожителем. Да? То есть, когда у тебя вот тело расти перестает, а что-то до сих пор еще растет. Да? Вот, когда мы часто пытаемся, вот, находясь уже в церкви, являясь частью тела Христова, как-то выделиться, как вот в мире же выделяются, и мы хотим быть как-то круче, вот так вот. И словно отделяем себя от тела, то к чему мы стремимся? Чтобы церковь была руки-базуки? Чтобы что? Сколько есть, когда вот там несоразмерно бывают длинные или, наоборот, короткие ноги, да? Вот, казалось бы, ну, длинные ноги, но когда непропорционально, то уже какая красота в этом? Непропорциональные мышцы, непропорциональные там уши или еще что-то такое. Уши необходимо, но хочется, чтобы все было пропорционально, все было в гармонии. И чем больше ты начинаешь осознавать важность тела Христова, тем больше ты понимаешь, что весь наш труд, все наше служение направлено не для того, чтобы что-то доказать кому-то или выделиться на фоне остальных верующих. Цель всего этого, чтобы все это приносило благословение. Почему между нами часто зависть? Почему мы завидуем благословениям друг друга? Почему часто конкуренция, сложные отношения? Да просто по одной причине. Потому что мы не ощущаем всю полноту откровения о церкви, как о большой духовной семье. Если ты представишь, мы не просто вот такая образная семья. Если мы настоящая духовная семья, настоящая духовная семья. Ну, представьте себе, да, вот если вот мы вот в этой притче о хозяине виноградника, да, не просто посторонние люди там будут участвовать, а родственники.
Вот, например, отец проработал 12 часов и получил динарий, а сын его или сестра его проработали 1 час и тоже получили динарий. Будешь ли ты возмущаться? Скажешь, это как так? Как-то мой сын так получил? Нет. Наоборот, ты будешь радоваться. Молодец, сынок, давай, давай. Почему? Он близкий для тебя человек. И ты рад за него. Рад, что он получил столько же, да? Тебя ведь не обделили. Тебе ведь не дали меньше. Тебе дали столько, сколько обещали. Вся разница в том, что по благодати и он тоже получил все необходимое, как и ты получил, хотя сделал намного меньше. Это все равно, что во время бега, когда все тело получает, не только ноги получают, все тело получает необходимое, и у ног не возникает претензий. А что это там рот вдруг разъелся? Он-то какое отношение имел к утренней пробежке? Нет, нету такого. Ты вдруг понимаешь, мы все едины, и мы все призваны заботиться друг о друге. Вот что имел в виду Иисус, когда говорил, что получит в 100 крат больше. Иисус говорит, будет качественное изменение. Когда мы, не то, что у нас родится 100 сыновей сразу, да, когда многих людей ты сможешь воспринимать как собственных детей, многих воспринимать как собственных братьев, собственных сестер, когда твоя семья расширится. Ведь, по сути, когда мы входим в церковь, наша семья, да, где раньше был такой небольшой круг людей, расширяется. И у тебя уже много братьев, у тебя много сестер, да. Ты получаешь намного больше благословений, как сегодня вот Юля рассказывала, что да, мы жертвуем, и мы можем иметь такое помещение в самом центре Екатеринбурга. И это наше помещение, это... А мы жертвовали, причем жертвовали по-разному. И некоторые люди приходили, они такие огромные суммы приходили. Я не знаю, я был удивлен жертвенностью людей. Я знаю, другие, да, люди, они могли положить, как та бедная вдова, 2 лепты. Но они тоже давали столько, сколько могли. Да. Мы все приносим, сколько можем. Но в итоге мы все одинаково получаем благословение, общее благословение. И если, например, там возникнет вопрос, ну, я так много жертвовал. Там, есть в некоторых церквах вот такое, как будто там есть секторы там для бизнесменов, для богатых людей, там какие-то более удобные стулья. Я честно вам скажу, считаю, что делать подобное – это нарушать принципы Евангелия. Да, естественно, у каждого из нас материальный вклад, например, в том числе вот в это здание, он совершенно разный. Но наслаждаться благословением, которое мы получаем, мы призваны с вами одинаково, понимаете? Потому что это Бог дает нам. Бог благословляет церковь. Бог благословляет все тело. И когда твое мышление начинает изменяться, когда ты вдруг начинаешь понимать эти вещи, то ты перестаешь постоянно, вот тут не так, а почему у этого это, а у меня до сих пор нету, а этот столько получил, а за что ему это? Ты вдруг, у тебя мышление меняется, ты начинаешь радоваться. Ведь это же близкие для тебя люди. Если, например, там твоя мама, там кто-то ей принес там большой подарок, ты же будешь радоваться за маму, ты не будешь думать, а что-то у мамы вдруг дали, а я вон работаю, у меня такого нет. Если ты любишь мать, если она близкий для тебя человек, ты радуешься ее успехом, радуешься ее благословением. Так вот Иисус хотел показать, что наш взгляд должен измениться, расшириться. И если раньше наше сердце вмещало какое-то, может быть, небольшое количество людей, то сейчас у нас большое сердце. И туда могут многие и многие, и многие входить, да? И мы понимаем, да, в этой жизни, да, безусловно, кто-то есть богаче, кто-то с трудом выживает. Бог делает единое из первых и из последних. Единое.
Вот в чем смысл этой притчи. А не в том, что потом бедные разбогатеют, а богатые, наоборот, обнищают. Не об этом здесь Иисус говорит, как иногда кажется на первый взгляд, читая эти стихи. Бог нас соединит. Через что? Через то, что мы будем заботиться друг о друге. Вот почему, когда в церкви иногда, знаете, такие раздают титулы, вот это герои веры, там вот это вот мужи Божьи. Ну, нам кажется, ну, вот он муж Божий такой, вот он, наверное, много пожертвовал, он муж Божий. Этот вот столько сделал, он герой. А этот брат, а что он сделал? Да мы не знаем. И мы пытаемся внешне судить, внешне как-то измерять людей по их духовному достоинству. Только по одной причине. Мы так и не понимаем этой притчи, где Иисус показывал, что его цель – это не просто… Так, раньше мы по плоти были, там кто-то лучше, кто-то хуже, а теперь мы духовно, кто-то тут духовнее, а кто-то такой непонятный. Бог желает соединить нас, объединить нас. Как в теле есть более сильные органы, есть менее сильные. И как пишет апостол Павел, о менее сильных больше попечения. Потому что если какая-то часть тела страдает, это ведь страдание для всего тела. Точно так же, если какая-то часть тела радуется, это благословение для всего тела. И вот ощутить вот этот вкус общей духовной жизни – это же не общая духовная жизнь, это и есть новая жизнь. Новая жизнь. Потому что, по сути, ведь, драгоценные, в этом и есть смысл наших собраний. Мы можем и по домам изучать Библию. Благодаря интернету есть много разных курсов по чтению и изучению Библии. Мы можем и по домам молиться и славить Господа. Можно ставить прославления со всего мира и петь вместе с ними. Но в чем же вот этот смысл, когда мы собираемся? А это и есть формирование тела Христова. И, конечно же, когда мы там встречаемся на собраниях, на домашних группах, между нами возникают всевозможные трения. Возникает зависть, возникает непонимание, возникает конфликт. И кажется, так может быть сейчас вот мы доросли до того, чтобы вот мы все и сидели по домам, и ты, Виктор, вещай нам через телевизор, мы будем посылать пожертвования. Сейчас уже электронные деньги, электронные проповеди, электронные прославления цифровые. Все сейчас электронное. Зачем нам это все? Все нужно. Мы когда встречаемся, только там обиды бывают, возникают, там споры возникают, какие-то конфликты могут возникать. А так сидим все по своим домам. Чем дальше, тем больше мира. Чем меньше видимся, тем сильнее любим друг друга. Чем меньше соприкасаемся, тем меньше у нас всевозможных конфликтов. Драгоценные, да как раз вот именно наши соприкосновения реальные друг с другом и раскрывают нашу настоящую духовность. Иногда бывает, вот дома сидишь, там почитал Библию, помолился, еще почитал Библию, еще помолился, сидишь, ну думаешь, какой же я духовный человек, думаешь, как же я Господа люблю, как же я просто уже непонятно, уже между небом и землей где-то подвис уже вот такой чуть-чуть, да? Вот. И столько бывает иллюзий по поводу собственной персоны. А потом там пошел с детьми, и там, а ты что, а ты куда, а ты что-то там. Жена что-то, бывает, тебе показалось не то сделала, ты с ней что-то там поконфликтовал. Вот и вся твоя духовность налицо. Вот она, вся твоя духовность. Потому что духовность, она как раз проявляется в нашей повседневной жизни, в наших взаимоотношениях. Не случайно в притче господин виноградника, он именно с последних начал, чтобы первые увидели, чтобы не просто там в тихушке каждому раздал в конверте, никто ничего не знает, все счастливы. Нет, он это сделал все открытым, потому что цель была не просто расплатиться, а что-то большее показать нам. Показать, насколько, во-первых, велика его милость, велика его благодать. Конечно же, мы призваны трудиться, но милость Божья порой делает намного больше, чем весь наш труд и вся наша работа. Поэтому Иисус
на эти вопросы, да, которые волновали учеников и которые сегодня волнуют. Потому что и сегодня мы раздаем генеральские погоны, генерал веры, человек Божий, муж Божий, там вот, и они ходят такие все мужи Божьи, генералы, генералы веры, да, вот. Иисус показывает нам, вот смотрите, вот она притча, вот и первое, видите, и последнее, видите, и цель соединить всех, чтобы мы приняли друг друга, и мы учились радоваться друг с другом, и плакать вместе друг с другом учились, учились по-настоящему любить друг друга, и все наше величие не в духовных погонах, не в каких-то званиях церковных или должностях церковных. Иисус показал вся суть в чем? Служить друг другу. И Он говорит, Сын Человеческий для того и пришел, чтобы послужить друг другу. И опять мы думаем, ну, наверное, послужить, чтобы потом первым снова встать. Вот я больше всех послужил, и первым в Царстве Божьем буду ближе всего к Богу стоять там, махать ветвями разными, да? Нет, послужить для единства. Не для того, чтобы потом отыграться, потом там что-то получить, а потому что ты вдруг осознаешь единство с церковью, единство с братьями и сестрами, единство с народом Божьим, и ты служишь, да, как вот я с супругой, мы служим нашим детям, и чем меньше, тем больше нужно труда. И когда ты смотришь, там, сын, там, и кормишь, и одеваешь, и мы же не ожидаем, вот мы вырастим сына, да, и, не знаю, нам какую-нибудь награду дадут или еще что-то. Почему мы это делаем? Только потому, что мы любим. И чаще всего в жизни бывают дети вырастают, и те надежды, которые ты в них вкладываешь, далеко не всегда оправдываются. Сколько бывает дети огорчают. Но ты ведь все равно это делаешь, все равно помогаешь им, все равно трудишься для них, служишь им. Почему? Только потому, что ты любишь. Здесь нет вот этого взаимовыгодной связи. Там, ты мне, я тебе. Вот это сейчас, а потом в 100 крат. И вот это, знаете, вот это как вот мышление деляги, оно входит в Царство Божие. И мы тут тоже пытаемся что-то друг перед другом возвыситься. А Бог приходит, и смотришь, все получают по одному динарию. Потому что весь смысл в твоем сердце. Насколько твое сердце готово радоваться за того, кто получает столько же, сколько ты, сделав, может быть, в половину меньше, чем сделал ты. Потому что есть что-то, как говорил Иисус, милость превозносится над судом. Божья милость и справедливость – это не одно и то же. Эта притча словно раскрывает нам божественную милость. И вот эта божественная милость должна пропитать наш разум, пропитать наше мышление. Тогда наши взаимоотношения в церкви будут другими. Я очень хочу надеяться, что я точно так же, как и все вы, с нетерпением ожидал, когда же закончится карантин, и мы можем собираться. Слава Богу, мы теперь уже собираемся. И я сейчас думаю об одном. Быстрее бы, чтобы церковь во всей полноте начала служить. Наконец, чтобы и кофейню мы открыли, да? И снова могли бы здесь собираться и проводить уже, чтобы, как раньше, всю неделю здание гудело, верующие собирались. Хотим мы это, хотим. Я понимаю, вместе с этим и конфликты возникают, и сложности возникают, и непонимание возникает. И слава Богу, что возникают. Это и показывает нам наше духовное состояние, насколько мы сегодня являемся божественной семьей, насколько мы являемся вот этим духовным телом вместе с вами, насколько мы соединены, насколько мы готовы быть благословением друг для друга, насколько мы переживаем друг за друга, насколько мы готовы радоваться друг за друга, даже если этот человек и не заслужил того, и не сделал столько, сколько ты сделал, да? Но бегают ноги, в основном мышцы ног работают, а ведь оздоравливается все тело. Благословение получает все тело.
наполнение получает все тело. И вот ощущение, что мой труд, мой бег, мое служение, оно направлено на всех тех, да, кто там, как ухо не может бегать или как нос не может бегать, но направлено на все это, чтобы мы могли все вместе радоваться. Вот именно этому Господь и учит нас через эту, казалось бы, несправедливую, но очень важную притчу, очень важную историю. И станут многие первыми, последними, и будут все едины, станут все едины. Единое тело, единая семья, единая церковь. И вот когда мы с вами проходим через испытания, как это, пандемия, сложности финансовые, вот это проверяется церковь на семейственность, на любовь, на взаимную заботу и помощь друг другу. И вы знаете, я вам хочу сказать, что я просто вот ждал, я хочу просто сказать, что я горжусь вами, я горжусь нашей церкви чрезвычайно. Для меня 2020 год очень много показал, в том числе, какая наша церковь. Я горжусь теми бизнесменами, которые приходили к нам в церковь и говорили: пастор, вот мы хотим такую сумму пожертвовать, чтобы ее направили на тех наших прихожан, у кого сейчас сложности в финансах. Я горжусь людьми, которые готовы были помогать, привозили продукты, которые готовы были жертвовать. И говорили: мне вот тяжело, но, пастор, если кому-то еще тяжелее, я хочу помочь этому человеку. Вы знаете, я очень много наблюдал за нашим поведением, за нашими взаимоотношениями вот именно в это время. И для меня вот этот прошлый год показал вообще характер церкви, состояние церкви, наверное, как ничто другое. Я так рад быть именно вашим пастором. Я так рад быть пастором людей, которые в тяжелые, трудные времена не о себе думают, но думают о других. Это на самом деле показывает, что мы постепенно становимся настоящей, не номинальной, а реальной духовной семьей. Мы становимся настоящим народом Божьим. Мы становимся настоящим телом Иисуса Христа. И, как говорил наш Господь, если это в вас есть и приумножается, вы не останетесь без плода. Давайте, драгоценные, не только это хранить, но приумножать. Тогда мы не останемся без плода, не останемся без плода для нашего Господа Иисуса Христа. И все да скажут: аминь. Давайте сейчас закроем глаза и склоним головы. И я хочу еще в конце вместе молиться с вами. Мы не знаем, что готовит нам грядущий, наступивший уже точнее, 2021 год, но я уверен, у нас будет немало возможностей проявить себя, проявить свой характер, проявить свою любовь, проявить свое соучастие со всеми другими частичками единого тела. Всемогущий Господь, благослови каждого верующего. Спасибо Тебе, Боже, за Твою великую милость. Спасибо Тебе, Господь, за великую благодать Твою. Я прошу, Господь, касайся нас, чтобы в нас было меньше надменности, духа соперничества, конкуренции друг с другом. Было меньше попыток возвыситься друг над другом, но в нас больше бы проявлялся Дух Христов. Не на показ, не ради рекламы, но настоящая забота в домашних группах, в социальных служениях церкви, настоящая забота о тех, кому трудно, забота о нашей большой духовной семье.
Ты, Боже, нам даешь все больше и больше братьев и сестер, Господь. И мы молимся, чтобы наши сердца также становились больше и больше, чтобы никому в церкви не было тесно в нашем сердце, Господь. Чтобы наша любовь могла охватить как можно больше людей, Господь. Спасибо Тебе за все испытания, которые мы встречаем на нашем жизненном пути, Господь. Спасибо Тебе за все эти испытания, которые раскрывают нас, показывают нам, нас же самих. И я молю, мой Бог, чтобы мы извлекали уроки и изменялись, преобразовывались, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Учи нас любить друг друга и радоваться друг за друга. Быть благословениями друг для друга, Господь. В это непростое время пускай свет Твой сияет в Твоей церкви все ярче и ярче. И я молю, мой Бог, чтобы Ты соединял нас, чтобы мы это ощущали, Твою заботу, Твою любовь, чтобы мы были не просто формально в церкви, но церковь была живой, отношения были живыми, Господь. Меняй, преобразуй, Господь, нас. Спасибо Тебе, Господь, за то, что первые и последние могут заботиться друг о друге, чтобы каждый, богатый и бедный, мог вносить в свою лепту и радоваться единому благословению. Благослови, Господь, благослови, Господь. Благослови, Иисус. Благослови, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. Слава Тебе. Честь. Хвала. Великий, всемогущий Господь. Аллилуйя. Во веки веков. И каждый верующий да скажет. Да скажет. Аминь. Слава Господу. Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвование возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт New Life в раздел «Поддержать нас». Также при помощи QR-кода в этом же разделе. В сервисе Сбербанк Онлайн в разделе «Услуг набрать церковь. Новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа. Пожертвование на осуществление уставной деятельности. Любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Когда вы жертвуете, вы участвуете в деле распространения Евангелия.